Добрый день, друзья. По какому счету такой развод по-никопольски? Я предполагаю, откуда лучше может торчать, но это. Короче, в 2014 году интересовался посольство Белоруссии в Украине. Хотел поехать в Минск, пожить там, поработать. У меня дед выходец из Белоруссии, там в России потом уехал, он уже умер, царство ему небесное, там родственники еще. Короче, ни с кем. 20-летия не поддерживаю контакты с родственниками, там, где они, даже не знаю, пытался разыскать. Ну и короче, с 2014 года меня уже тут начали подозревать в Дерзраде, короче, корректировки огня, там агент КГБ, ТРПы. То есть не знаю, как жить в таком социуме, с такой правоохранительной системой. А то, что, допустим, люди рассказывают, что связи поддерживают со своими родственниками с оккупированной части, там, с Каменки, там, с Энергодаром, это никого подозрения не вызывает. То есть, как бы тупо монетизация всего тут никакой.